Перед матчем основных команд «Крыльев Советов» и «Локомотива» болельщики провели свой матч. Матч благотворительный. Матч, направленный на поддержку Александра Николаевича Аверьянова, знаменитого в прошлом футболиста «Локомотива», именитого в прошлом тренера «Крыльев Советов». Дело в том, что в настоящий момент ветеран испытывает сложности со здоровьем. Он принимает дорогостоящие лекарства, ему необходима операция. Конечно же, клубы не могли в такой ситуации остаться в стороне, поэтому болельщиками был организован и проведен матч, направленный на сбор средств в помощи ветерану. В этом матче. Большое спасибо «Крыльев Советов», которые организовали этот матч. Мы очень переживаем за нашего бывшего футболиста, ветерана Александра Николаевича Аверьянова. Желаем ему здоровья, чтобы он поправлялся. Мы желаем, что наш матч как бы этому будет сопутствовать и будет улучшение его здоровья.